Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч и первая часть видеопрохождения игры Alien Isolation. Чужой изоляция. Так, ну чё, будем поиграть с Клавой и с мышкой. Контроллер так и не работает здесь ни разу. Итак, во что можно поиграть? Играть в основную кампанию, в команду смертников, это загружаемый контент, последний выживший, тоже контент, и режим выживастика. Ну, наверное, все-таки основную кампанию, хотя бы с управлением освоиться и понять, что это за игра и с чем ее едят. Так, ну, здесь на заставочке видно, что какой-то газовый гигант и на его орбите. Скорее всего, на геостационаре висит космическая станция Севастополь. Ладно. Основная кампания. Начинаем игру. Ну, низкая это, чтобы повысить вероятность выживания. Среднее испытание сложно, но шансы выжить есть. А высокая. Рекомендуем выбрать этот вариант. Вас ждут ужасы и суровые испытания. А сейчас среднее. Так, двигайте ползунок до тех пор, пока логотип Сиксона не будет едва виден на черном фоне. Едва виден. Сюда. Ой, ну да, едва виден. Создавайте предметы, чтобы выжить. Представляет. В сотрудничестве с компанией 20 век Фокс. Последнее сообщение с коммерческого борта Нострома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа. Кейн. Ламберт. Паркер. Брэд. Эш и капитан Даллас погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Рипли? Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Нострома. Где? В системе Дзеты созвездие Серга. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь – это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю,
что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе. Так, Аманда просыпается после анабиоза и вылезает из капсулы. Так, которые вчера показали. Сиськи вряд ли покажут. Так, ну, по поводу того, что самописец найден в системе Z2 созвездия сетки, на самом деле такая звезда существует, она находится, если мне не изменяет память, где-то в районе 39 световых лет от Земли. Так, по поводу дочки Эллен Рипли, Аманды, значит, прошло 15 лет с тех самых пор, как корабль коммерческий звездолет Настрома приказал долго жить. Ну, это вы могли видеть или не видеть в фильме «Чужой». Ну, по большому счету, что по поводу фильма, интересно, как бы, получается, что изначально бюджет был 4,2 миллиона долларов, но потом 20 век Fox продюсеры накинули еще столько же, то есть 8,4. В прокате собрал, по-моему, 80, даже чуть больше 80 миллионов долларов. Успех был оглушительный. Дело в том, что на то время, если я ничего не путаю, было снято 2 эпизода «Звездных войн», а вот таких ужастиков, в смысле космических, тогда вообще и не было. О, это карточка доступа такая. Где она ее прячет, я не знаю. Добро пожаловать, Эллен Рипли. Так, коммерческий корабль. Не коммерческий, а курьер Торренс. Не путать с торрентами, блин. Маленький пергатый. Это что за метроном? Так вот, как только этот фильм вышел, достаточно неоднозначная и бурная реакция была у зрителей, потому что это по тем временам это было ужасно страшно. И некоторые... аккумулятор шприц. Некоторые зрители выбегали из зала, некоторые теряли сознание. И действительно, этот фильм считается классикой жанра уже сейчас. Давным-давно он считался. Слушайте, а чё все тапочки не одевают нахрен? Так, опа, кто-то здесь курил. Голо сигареты. Это чё за порнуха? А, вот, обратите внимание. Да ладно. Это волк яйца ловит, этот аппарат. Помните? Ну, погоди, называлась эта игрушка. Что-то типа калькулятора. Ну, кто молоденький, он как бы не в курсах. Ну, погуглите, посмотрите или в Википедию залезьте. У меня, кстати, она до сих пор валяется, там только батарейку надо поменять. А, вот. Так, по поводу классики, да? Некоторые вещи делались абсолютно на коленке, потому что бюджет... достаточно небольшой был. Дело в том, что продюсеры как бы опасались того, что фильм не выстрелит, и очень сильно сомневались в этом деле. Некоторые декорации, в том числе на корабле чужих, не чужих, а на инопланетном корабле, что-то там, хлам какой-то, именно пульт управления, где находился, ну, сейчас уже мы знаем по этому отстойному фильму «Прометей», не знаю, как Ридли Скотт это говнище снял, что пилотом там был жокей, так называемый, или пилот, там труп пилота,
Вот этот зал, там достаточно много денег на отдел затратили. А чтобы сэкономить, например, пол в декорациях корабля Нострома, помните, такой прямоугольно-квадратненькие такие шашечки были, знаете, еще было сделано, по-моему, из-под ящиков то ли молока, то ли кефира, их просто перевернули, покрасили и все дела. Мониторы там, вообще тоже интересная вещь, что мониторы на командном мостике Нострома, они потом были использованы в фильме «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом. Вот. Ну, там много таких фишек. Ну, по ходу, если что вспомню, то и расскажу. Очень сильно хвалят эту игру за то, что с любовью воссоздана атмосфера. Вот эти вот рифленые стеночки такие, значит, коридоры обиты там, я не знаю, типа кожзамом каким-то, еще что-то. Ну, просто очень сильно похоже. И плюс этот курьерский корабль Торренс, он примерно, ну, сейчас они там разговаривать будут, по-моему, скажут, что очень сильно похож на Нострома. А, вот еще один интересный момент. Не думайте, что только в первом фильме из-за ограниченности бюджета шли на разные ухищрения. Нет. А во втором, кстати, вот почему я вспомнил, касательно вот анабиозных капсул. Если вы помните, как они просыпались, ну, это отделение морпехов и Рипли, там анабиозные камеры стояли в рядок. Почему рядком они стояли? Да потому что анабиозных камер сделали то ли 4, то ли 5, а нужно было показать, что их гораздо больше. Ну, все очень просто, там никакого монтажа не было, компьютерная техника тогда была ниже змеиной задницы, поэтому поставили вот эти вот, то, что у них было, анабиозные камеры, а чуть дальше просто зеркало повесили, и все. И эффект присутствия, все дела. И да, еще кто-то говорит, что после того, как морпехи во втором фильме использовали фонарики подствольные, после этого в армии США начали так применять, ну и во всех остальных армиях. Не знаю, правда это или нет. А, вот еще, видите, лампы начали зажигаться, фонари. Это один на один отсылка к первому фильму. То есть, как вы помните, первые 6 минут там никаких диалогов не было абсолютно. Так, одеться нам надо. Там камера пролетала через, ну, показывала Нострома, когда еще ее экипаж в количестве 7 человек, вернее 6 человек, одного андроида, еще были в анабиозных капсулах. И вот камера пролетала через коридоры Нострома, и когда вот она подлетела к, ну, к анабиозной, вот такой вот, к отсеку анабиоза, то вот там фонарики вот эти вот на стены, они точно так же загорались. Что за бардак? Так, это... Блин, понятно. Пачки сигарет на каждом шагу. Интересно, кто из них, блин, курит. Так, это что у нас? А, это сохранялка. В терминалах может сохранить игру. Отлично. Прикольно. Сейчас давайте порыщем, посмотрим. Так, здесь, видимо, живет экипаж, да? Так, это что у нас? Список членов экипажа. Верлайн, Коннор, Самуэльс, Тейлор и Рипли. То есть Верлайн это, скорее всего, капитан. Второй это кто там? Второй пилот, что ли? И пассажиры. Отлично. Что здесь еще у нас есть? Ух ты! Космический душ. Ну, судя по всему. А зачем эти ручки-то? В невесомости все равно мыться не будете. И свяжемся. Ах, черт. Камера дальше не двигается. Почему зеркала нет, а? Паршивцы. Короче, тему сисек в этой игре нам не раскроют ни разу. Так что губы можно обратно закатывать.
использовать. Взяли. Включили, выключили. Понятно. Одеться, давайте оденемся. Но процесс одевания нам тоже не покажет, к сожалению. Да. В каких-то кроссовках. Цель достигнута, одеться. Еще цель раздеться. Дальше не буду говорить. Итак, что это у нас? Это у нас терминал. Вот так называемый тонкий клиент. Минимум всего. И работает он по сети, скорее всего, от центрального компьютера. Итак, личный терминал. Только что разминулись с тобой. Верлен, тебе ведь нужен был штурман? У меня тут друг остался без корабля, и он ищет работу. Я могу за него поручиться. С бумагами у него порядок. Все как обычно, корпорации его выдавили, отобрали всех клиентов. А мелким компаниям все труднее разжиться контрактами. Я сам подумал о том, чтобы выйти из бизнеса, пока еще есть что продавать. А у тебя дела вроде в порядке. Я заходил в доки, мне сказали, вы только отчалили. Станция Севастополь, ну и дыра. Зато, говорят, в Эйлет-Ют они хорошо платят. Ну, удачи тебе. Как говорится, разбороться бесполезно. Поболтаем, когда вернешься, Блейм. Ну, разбороться бесполезно, надо все это пойду возглавить, что ли. И можно уже сохраниться, я так думаю. Ну, здесь, как бы, ну, я пару стримов смотрел по игре. Ну, сюжет я примерно знаю. Ну, ну, меня тут поражал очень сильно именно антураж этот. Тут мы с вами много чего интересного увидим. Например, там кассетные магнитофоны со встроенным радио AM, FM. Вот, вот это просто пипец. Это до такой степени меня поразило, что я там ржал, как подорванный. Ну, то есть досконально вроде бы обсосали вот эту тему по, как бы, ближе к... Сейчас, секунду. Так, шлюз нам не нужен. Шлюз нам не нужен, нам нужно. Так, в кубрике мы побывали. Теперь. А, в медблок сейчас сходим. Очень близко к фильму, к его атмосфере. Так, ну вот это шлюз. Так, ну ладно, шлюз маленький. И скафандры. Ну, скафандры это да, это вообще вещь. Очень похоже. Правда, в фильме они желтыми не были, но неважно. Кстати, если вы не знали, для съемок фильма были сделаны скафандры как для основных героев, так и для маленьких артистов. Это мальчик и девочка. Если я ничего не путаю, девочка это дочка самого Ридли Скотта, а мальчик это сын главного оператора. Их использовали в съемках как раз инопланетном корабле для того, чтобы показать, ну, масштабы, то есть соблюсти масштабы. Тогда рисовать на компьютере так еще не умели. И один такой момент был, скафандры-то они слабали, но как бы костюмеры вот эти вот, они не продумали систему вентиляции. И актеры постоянно потели, им было жарко и дискомфорт был. И сделали вентиляцию только тогда, когда вот эти маленькие два актера, мальчик и девочка, потеряли сознание во время съемок фильма. А вот. Ну, экономили на всем фактически. Так, ага, нам туда, да. По поводу мальчика и девочки я могу путать. Просто давным-давно. Мне нравится вселенная Чужих, обалденно просто. И некоторые моменты я как бы в интернете вычитал. Так, ну давайте медблок. Ок. Кстати, очень похож на медицинский отсек именно на Строма. Вот помните, там вот Кейн, член экипажа, вот лежал на этой коечке, и на его морде был лицехват. Ну, то есть фейсхагер, если хотите так по-английски. Ну, лицехват, короче, по-русски. Так, это у нас дефибриллятор. Встали пораньше, Сэмюэльс?
Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу. Давайте. Говорили с Эмульсом. Сейчас пойдем проведаем Тейлор. Так, Торренс кораблик небольшой, сами видите, да? То есть... Так, это у нас что такое? Упс, туда мы залезть не сможем. Я так думаю. Это что такое? За Моторола тут, блин. Ну, да. Стены один в один сделаны. Просто шикарно. Так, что здесь? Пригните голову. Сядьте. Это что такое? Можете идти, что ли? Типа того. Не курить, пристегнуть ремни. О, да. Вот этот вот пар. Это система охлаждения, скорее всего. На Стром такая же фишка была. Ну, круто выглядит. Упс. Привет. Медведь. Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад, и вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. И плюс еще, вот, если так посмотреть, внимание к мелочам. Экипаж явится на мостик. Подходим. Сейчас, подождите. Вот и добрались. Вот это вот висит. Ну, это столовая, примерно тот же аналог, что был в первом фильме, там, где Кейн погиб. Когда чужой вырвался из его груди. Вот что там висит, это что? Веточки омелы, что ли? Книжка называется, если... Блин, плохо вижу. This man, this book, this god. Это человек, это бог. Этот, тот. Это неважно. Это прикольная креслица. И вот о чем я говорил. Вот это вот я в стриме видел. Ну, блин, кассетник и кассет, как... Я не знаю, может быть, там движение раритетников каких-то. Ну, просто прикол. Так, ну вот бегемотик, это пепельница, да? Ну, то есть, понятно, что люди с душой подошли к делу. Слушайте, по всему кораблю эти шлепанцы, блин. Еще универсальная фигня шли какая-то. Траст. Что за, блин? Опа. Хрена себе. Тапку пнули. Здесь у нас... Что здесь написано? Naval cookbook. Понятно. То есть морская еда. Так, сет. Терминал. Очередной терминал. Личный инцидент с Настрома. Кому? Тейлор. Тема инцидент с Настрома в Эллет Ютене. Файл номер DC-93-98-476. Тейлор, я получил твой запрос. Чтобы раскопать нужные файлы, потребуется время. Это произошло еще до того, как я устроился в компанию, так что всех подробностей я не знаю. В 2122 году грузовое судно Настрома, принадлежащее корпорации Вейлет Ютани, пропало без вести. Груз и экипаж впоследствии так и не были найдены. За исключением нового научного сотрудника, все члены команды уже давно работали вместе. Всего на борту их было 7. Как там листать-то ебать? Еще пинчдаун не работает. Ну, короче, там Даллас, Эш, все дела. Ну, и что? А, да. Даллас, капитан, Эш, научный сотрудник, Кейн, или Кайн, Кейн,
первый помощник Рипли, лейтенант Ламберт, штурман Паркер, главный инженер Брэд, инженер-техник. В Эллет-Ютоне потеряли на этом кучу денег. Пропажа корабля стала для них настоящей катастрофой. Я так понял, они не любят вспоминать об этом случае. Короче, я постараюсь попозже раздобыть файлы, чтобы прояснить кое-какие моменты. Если хочешь, могу помочь тебе с ними разобраться. Может, твоя везучесть и на меня перекинется. Я слышал, начальство хочет поручить тебе что-то крупное. Сол. Так, взовой манифест Торренса. Название MCV-7760 Торренс. Космический корабль класса М. Капитан Верлин Диана, штурман-связист Конор Уильям, владелец Верлин Диана, фрахтователь в Вайланд-Ютоне. Задача – доставка поисковой группы корпорации в Вайланд-Ютоне на станцию Севастополь и обратно. Поисковая группа состоит из 3 сотрудников в Вайланд-Ютоне. Самуэльс Рипли Тейлор, пассажиры Самуэльс Кристофер, Рипли Аманда, Тейлор Нина. Количество палуб 2, членов экипажа 2. Буксирный корабль, модифицированный для перевозки пассажиров и грузов, оснащен космической коммуникационной антенной и анабиозной камерой. Имеется действующий буксировочный фал повышенной прочности. Ну да, это как бы не полноценный корабль, как во второй части был военный корабль, а это просто буксир. Если кто помнит фильм «Чужой», там для посадки на планету они отсоединялись от... как сказать, от того, что они буксировали. Но по большому счету сам буксировщик не ахти какой большой, а то, что он там таскал, там несколько миллионов тонн руды, вот они там отстыковывались, присаживались на планету, какое-то вещество бы. Вот сейчас, блин, скоро, когда нам дадут что-нибудь создавать, Аманду торкать будет во все места. Так, что такое? Молоко, вода, крем, сахар. Да ладно. Так. Похрен. Ладно, пойдемся. На мостик. Кто затрендился, это тоже. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, так, мы подходим вот к Севастополю. Мозговой сейчас центр. Будет стыковка. Вам ведь там нужен основной начальник службы безопасности. Искусственный интеллект сейчас корабля. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Мы ненадолго, туда и обратно. Конор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Подняться, что-то присел и встать не можешь. Да, и вот этот вот тоже антураж этого компьютера, опять же, списан, срисован с фильма. Мостик командный, он меньше, чем у Настрома, но очень похож. Особенно вот эти вот, сейчас покажу, шлемаки. Настроены, правда, они черные, по-моему, были. Так. Это члены экипажа, да? Вот это тот самый газовый гигант. Туманность какая-то. Ладно. Если мы сейчас брифинг... А, вот, вот эта вот трескотня вот этих вот шлемаков. Офигенная вещь. Да, круто. А ты что здесь присела? Как ты здесь оказался, а? А, здесь пройти можно. Так, а вот это вот зачем? А, это аварийный выход какой-то. Блин, Самуэль, уйди нахрен, батяра. Ладно, давайте возьмем брифинг, и, наверное, там хоть какая-то движуха пойдет или что-нибудь покажет. Можно взглянуть. Включи мониторы. Станция Севастополь. Что?
что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер ККМ7760, вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописцем корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Похоже, со связью там полная беда, но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередача. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Чего же они все там подные-то такие, а? Удачи вам. Это разрабы хотели показать, как там жарко. Готовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Датчик только у Сэмюэльса, а? Ну чё, дофига сколько стоит. Что тут случилось? У них что тут? Война, что ли? Тейлор, вы молодец. Сэмюэльс, что случилось? Да, Монда, круто. Ну, нормально, блин. Американский индивидуализм. Насрать на двух членов экипажа, блин. Ничего. Да ладно, а в безвоздушном пространстве там гравитации не было. Понятно все. Экраны подгрузки — это кассеты VHS. С растянутой пленкой. Для того, чтобы добиться такого эффекта старения. Так. Мало-мало времени прошло. Ну, Мона, заканчивай страдать, поднимай свою задницу. Помощь. I need help. Опять процесс раздевания нам не покажет. И да, вот видите, здесь на Севастополе они белого цвета. Грязно-белого. Так, что у нас с картой? Когда стримы смотрел, там фишка такая, что карты или исследовать можно, или самому ходить, или находить карты уровней, и тогда у вас на этом экранчике будет план помещений. Упс.
Что, здесь пожар был? Небольшой. Сохранялка. В терминалах можно сохранить игру, если рядом враг, терминал вас предупредит. Как он заорет? Осторожно! Ури! Что у нас здесь за батва? Какой-то хлам. Ну, так как Аманда Рипли, она у нас инженер, она из хлама, из клея, из скотча может себе аптечку забабацать, или еще что-нибудь. Так, куда эти-то? Хз, блин. То есть, видите, пока у нас карты нет, мы блуждаем, так скажем, слепые. Что-то потряхивает, да? Внимание! Равновесие станции нарушили. Пройдите в ближайший контрольный пункт и оставайтесь там, пока станция не перестанет. Кто бы еще сказал, что за контрольные пункты? Пройдите в контрольный пункт. Безлюдность вот этой начальной, да, как-то очень сильно напоминает. Ну, не совсем очень сильно, но напоминает фильм Тарковского «Солярис». Помните тогда Крис, когда прилетел на станцию, там тоже раздрай такой был. Так, что тут у нас? Так, это все заблокировано. Блин, зачем загораживать пожарные выходы, а? Пожарников на вас натравить надо. Так, так, что у нас? Ты не пройдешь. Помните Пендель Фаррелл? Личный шлюз. Окей. Гамадрилы. Может, здесь что-нибудь найдем. Консоль не активна. Мне как-то надо пассивно активно. Так, и что надо делать? Охранительно, да? Ладушки. Если мы там пройти не можем, да? Побегай, Аманда, правда, ты что-то ни хрена ты бегаешь? Это разве бег? Птичка гладит. О, вентиляция. Вентиляция. Тут временки такие висят, да, прикольные. Задыхайся, не надо, вон, сейчас все будет. Это интересно, они летят на станцию, ну хотя бы что-нибудь, какой-нибудь прибор с собой взяла инженер, не знает. Нет у нее, короче, с собой ничего. Пошли мы этот костерок. Интересно, что же здесь произошло-то, блин? Еще станция такая покоцана это. Так, и здесь тоже все блокировано. Да что ж делать-то будете? Прям вот... коридорный выживастик? Ай, блин. Так, что там? Слушайте, ну там что-то такое вкусное было. Что-то много не хапнуло и упало. Зашибись. Где это мы оказались? А, сейчас. Технические помещения, да? Зараза. Зараза. Ну, что такое? Если бы еще что-то здесь... А, это... багаж здесь, короче, принимают, да? Ну да, скорее всего. Правда, здесь давным-давно никто ничего не принимал. Снова. Фу. Что? Всегда знаете, что-то там работает. Не знаю, что это такое. Так, что-то. Так, это. О.
Да. Фигово. Механизмы заедают. Сколько же этой станции лет? Дальше можно пройти, интересно. Научат аптечки делать или что там еще можно там слабать из этого хлама. О, либо и за место аптеки, да? Нюхнула, поправилась, пошла дальше. Ага, как работает Джо, вы всегда знаете. Чушь какая-то. Слушайте, что здесь вообще, блин, чем эти грузчики занимались? Похоже, клей нюхали, судя по всему. Так, лестница, да? А, вот. Она сама не залезает? А, нет. То есть нам нужно самим лезть. Слушай, Аманда, ты чё? Мучное употребляешь, что ли, в больших количествах? Еле-еле ползаешь. Что у нас тут есть? Вещество очередное. А, вот. Кассетник я. Да. Конечно, это не перебор. С аппаратом. Чисто из 80-х, 90-х. 80-х, скорее всего. И мы... Хрен знает. В каком-то отрюме находимся. Эй, есть тут кто? А может быть, гранату бросить? Так ведь нет никого. Это у нас... А, это, скорее всего, макет Севастополя, да? Ну да, это какой-то центральный атриум. Ну это явно, блин, восстановить подачу энергии, отлично. Нам еще этого не хватало, блин. А здесь что? Тоже восстановить подачу энергии, зашибись. Ну, явно это не здесь восстанавливается, да? Тут багаж забыл. Вандалы, тут граффити сплошное. Опа. Да, вот это карта. И карта нам показывает, если вот так историю включить, легенда. То есть закрытые двери, важные. Но если вы уж совсем потерялись, не знаете, куда идти, так выход из зоны. Место резки. Место резки. Техасская резня бензопилой. Здесь хоть что-нибудь работает? Да, вот я уже задал этот вопрос. Отлично. Так, вот это... А, ну вот оно. А, ну понятно, это механическое восстановление резервного генератора, да? Да, блин. Это джойстиком надо сделать, а не по клаве долбить. Рез. Установили подачу. Ну-ка. Ну да. Наверное. И стало светлее, да? Не знаю. Так, терминал. Севастолинг. Наша заначка в другом месте. А, Лэнгли, заначку нашу не ищи. Я ее перепрятала. Ты ее оставил прямо у всех на виду. Господи, ты хоть представляешь, с каким трудом мне все это досталось? Я спрятал ее в одном из шкафчиков. Ты быстро найдешь. Код 0340. Не волнуйся, туда никто не ходит после того, что случилось в терминале. Еще у нас кончились лекарства и воды совсем мало. Теперь твоя очередь идти за припасами. Может, это научит тебя бережнее относиться с добычей, Анна. Понятно. Заначка 0340. Сиксон говорит, до свидания. Объявление. Вывод станции Севастополя из эксплуатации. Вместе мы преодолели длинный путь, но, увы, он подошел к концу. Компания Сиксон благодарит всех, кто жил и работал на станции Севастополь. Надеемся, мы смогли сделать ваше пребывание здесь приятным и продуктивным. Мы много сил вложили в эту станцию, всегда верили в ее потенциал. Система Apollo и андроиды компании Sixon продолжает работу, пока станция не будет полностью демонтирована. Мы желаем вам всего наилучшего. Севастополь — это не просто станция, это люди. Корпорация Sixon. Ну, типа, пошли вы все в жопу. Так, аудио.
Вырубить электричество. Харрис, Стернер, Ред Уайтс, возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят конец связи. Давайте послушаем. Харрис, Стернер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать. Подачу энергии в зале отправления. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Так, вот. Только теперь мы ее установили, да? Да, отлично. Блин, как-то не нативно получается. Вроде вот эту вот хрень включили, а так, сохранил. Еще надо залезть в терминал, да? Да, ну и флешка у тебя. Рыбка. Где ты ее прячешь, а? Она же такая неудобная. Че, блин, да ладно. Tomorrow together, no future. Help! Типа, помогите. Вообще пришли. Вот отсюда, да? Так. Мы же восстановили подачу энергии. Почему ты красным горишь? Смотреть. Клей аккумуляторы. И... ни хрена ничего. А 42-й шлюз? 42-я дверь, вернее. Гейт. Эй. Еще, короче, какую-то хрень взял, сам не знаю какую. Может, заначка вот здесь, наверное, да? Ну да, employees only, только для сотрудников. Так, и... ноль. Блин, вот это трындец как удобно. Я не знаю, если быстро надо будет набирать, я не смогу, наверное, этого сделать. Ок, открыто. Давайте посмотрим, что они здесь, что здесь Анна нашакалила с большим трудом. Хлам? Да вы, сука, смеетесь. Вот это, блин, вот это подстава. Ой, аптечка. О, аптека. Так, собрать устройство. Ку. А мы можем сделать, да? Ага. Отлично, аптечка создана. Охренительно. Одна аптека у нас есть. А можем вторую сделать, да? Еще нужно шприц, вещество Б и клей. Охренительно, блин. Ну, Рипли тут у нас маленькая наркоманка. Клей с веществом Б мешать, блин. Бодяжить. Ужас. Так, все, по-моему. Да. Отлично, а теперь нам нужно... ну, наверное, туда, если здесь все заблокировано. Forgotten. Работан, да. Security checkpoint. Понятно. Упс. Так, что-то мне говорит, что надо пригнуться. Это же все-таки эксцентричество. Службы безопасности мы прошли. Блин, а вот что здесь? Всякий хлам опять. Spaceflight терминал. То есть терминал станции. Что тут случилось? Что тут случилось? А я знаю. Elevators, gift shop, baggage claim, station maintenance. Понятно. Зал прилетов и улетов. Прилетов и улетов. Сказал. Да, что-то здесь. Кого нашли рот? Охренеть. Это не засваливается случайно. Нет, похоже, нет. Вода нет. И нужен он нарезать. Ну, зашибись. Аманда, у тебя там случайно... нет, и он у резака в заднице, или где там у тебя, может быть.
резаки. Пятиунные резаки какие-то подавать. Так, ну это какие-то магазинчики небольшие, да? Ну не duty free, конечно. Хотя хрен его знает. Все китайские. Так, красный крест. Типа. Не входить. Ой, что там? Смузи. А, это Торренс. Торренс. Она тебя сейчас услышит. А кто бронещиты поднял? Да. Или это просто автоматика? Давайте искать такую же чушку, которую мы уже находили. Мы нуждаемся в помощи. We need help. Help, help. Это что за хрень? О, fire. Отлично. А, ну это тупая игра. Шайбу кидать туда-сюда. А, вот он. Поехали. Бей по клавиатуре, бей. Yes. И на кнопку. Бам. Чего? Рано раунд трекс. То ли игровые автоматы, то ли информационные какие-то. Ну, тоже, видите, не работают. Почему-то. Так, туда мы... А что там, юный резак, у нас ионного резака-то нету. Так, эта дверь должна открыться. Да? Упс. Курилки картонные. Что у нас? Взять хлам. Возьмем. Сохранялка. А что? Ух ты. Вентиляция. Наверное, сюда нам и надо идти. Давайте посмотрим. Терминал. Что скажет нам терминал? Интересного. Кислород перекрыт. Зои, извини, со следующей недели ты у меня больше не работаешь. Как ты знаешь, магазин давно испытывал трудности с финансами. Теперь у меня иссякли аргументы перед кредиторами. На Севастополь больше никто не летает. Дела идут плохо не только у нас. Судя по всему, станция приносит одни убытки. И от нее решили избавиться. Продадут на металлолом, наверное. Я разговаривал с одним инженером. Он сказал, скоро объявят официально. Это я тебе говорю для того, чтобы ты не тратила время зря и не искала тут другую работу. На Севастополе можно ставить крест. Попытай счастье в другом месте. Понятно. Общее. Всем сотрудникам космопорта. Всем, что такое Аполло? Всем сотрудникам космопорта в целях предотвращения паники необходимо довести до сведения всех потенциальных пассажиров, что в ближайшее время все рейсы со станции отменены и кораблей в наличии нет. Как только появится новость о возобновлении полетов, мы сообщим распоряжение начальника службы безопасности Уэйтса. Это куда? Что такое Аполло? Блин, как низко спуститься? А, вот. Что такое Аполло? Это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Сиксон и обслуживает все каналы связи на станции. Где бы вы ни находились, вы в надежных руках. Сиксон вместе к светлому будущему. Ага, на тот свет. Так, здесь больше ничего нету вкусного. Мелкие цветные карандаши. Коробки с карандашами. Давайте сохранимся. Ну, по идее, да, тут один выход через вентиляцию, потому что здесь там все блокировано напрочь. Хорошо.
Сохраняйся. Прилетел за черным ящичком. Ну, по поводу черного ящика, скорее всего, во время самоликвидации корабля, который произвела Рипли, мамаша Аманды, перед тем, как взорваться, там, наверное, автоматическая система на черный ящик выкинула в открытый космос. Ну, для того, чтобы спасатели, кто там нашли все это дело. Так, где это мы? Прикольно. Тут все на куски разваливается. Аманда, я вижу. И чё? Да блин, да вы издеваетесь. Кстати, она прыгать не умеет. Сюда можно? Опа. Вот, есть. ВБХС. Хламу-то хламу. Вот нифига не забавно. Вот это ползание бесполезное причем. Ну, конечно, понимаю, что разработчики, они вот в самом начале, это как бы небольшое обучение мы с вами проходим. Кто там кашляет? А, это Аманда, ты что? Упс. Кто это пробежал? Аманда, что ты пугаешься, а? Вернее, что ты меня пытаешься пугать? Так, это прилеты, отлеты. Откуда, куда? Звезда Бернарда, Рост 154, Процион, Кромбридж 34, Альфа Сети, Капелла, Дельта, Павонис, Канопус, Арктур. Арктур. Охренеть, блин. Нифига не летают. Это 2137 год. Не, ну если прорыва не будет, хрен они докуда долетят. Опаньки. Вот это хрень. Давайте с подиума посмотрим, что здесь вообще. Пластиковые мешки. Да. Что-то, походу, их очень много. Угу. Ух ты. На, печалька. Так, там дверь вроде бы открыта. Здесь плазменный резак. Да вы, сука, издеваетесь. Интересно, когда его вообще дадут, если дадут этот плазменный резак. Так, второй этаж. Что на втором этаже? Установить подачу энергии. Отлично. Сейчас, блин, все бросили, побежали восстанавливать энергию. Ясно хрен побежали восстанавливать. А что нам еще делать? Давай. Беги, Аманда, беги. Так, погодите, а там дверь заблокирована каким-то стопорем непонятно. О. Наверняка впереди выход. Необходим специнструмент. Ой, блин, я там забыл в кафушке прослушать. Ну ладно, конечно. Я отключил последний источник питания. Или нашел. Приходи, когда закончишь. Не осталось починить затвор, и можно валить отсюда. Давно пора. Надоело спать на скамейках. Уже шорохи всякие мерещатся. Собственной тени боюсь. Короче, возвращайся скорее. Понятно. Ну, я думаю, такое количество мертвых тел. Что же не? А, вот здесь подача питалов, да? А здесь что? Ага, здесь блокиратор. Здесь... Что такое? Блин, давайте сначала энергию установим, потому что здесь хотя бы аварийное освещение должно врубиться. Так. Там что у нас? Не знаю.
столы непонятные. Погнали наших городских. Лес. Лес. Engine switch. Так, опять кто-то трендит, значит. Согласно, чего вот это директиве такой-то. Что там говорят? Так. Тоже бесплатный багаж. Да вы что, издеваетесь, а? Может, кто-то из дизайнеров уровня очень долго работал в багажном отделении аэропорта. А вы как считаете? Это у него типа навязчивая фобия. Наверное, эти чемоданы, эти лентопротяжные устройства по ночам мерещатся. Нифига себе, кто-то отдыхал, что ли, порнушку рассматривал. Причем японско-китайскую какую-то. Ладно. Это мы где? Упс. Угу. Да ладно. Да хватит уже гнать со своим ионным резаком. Только научились аптечки делать, а вам уже ионный резак подавай. Это что такое? Какое-то помещение. Хз какое. Да, сейчас. Здесь еще и плазменный резак. Ага. У нас этого нет, а вы еще и плазменный говорите. Ладно. Хорошо. Так. Давайте вернемся там, где. На второй этаж, да? Да. Открывайся. Ля-ля-ля. Вот. Кую путала, а? Напугали, реально. Вот это правильно взорвался, не торчик. Чуток, но напугали. Пошли вы все маршалы, блин. Кстати, в фильме «Чужой» мата там у них в английском языке нет, но слово «фак» было произнесено, по-моему, 5 раз, и 4 из них... это слово сказал Рипли. Да. Тут кто-то, видимо, жил какое-то время, да? Судя по банкам, склянкам, картам, матрасам и все остальные херни. Так. Угу. Что-то какие-то личные вещи. Здесь ничего. Вот здесь. Этот шахмат здесь резался. Ладушки. Так, шкафчик. А зачем шкафчик здесь? Типа спрятаться? Да ладно. Нахрен. Отлично. Карт здесь нету, что ли? Пост охраны? Я не понял, что это. Это Тернер. Опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится. Сохраняемся. Куда же ты эту флешку-то себе суешь, а? Прикольно было, когда она встала из анабиозной камеры и прям сразу из трусов, наверное, из широких штанин достала вот эту карточку. Ну, смешно. Что поделаешь? Так, это что? А, ну да, это, скорее всего, служба безопасности, а это кабинет допросный или какой-то. Правда, здесь ни хрена нету. Ну, ладно. Необходим специнструмент. Я понимаю, что необходим, но нет пока у нас его. Сейчас, скорее всего, мы его и найдем. Да? А, вот. Смотрите. Черт. Это тот самый алкаш со специнструментом, да? Я так понял. А, как здесь вообще что? Опа. Джойстик.
старой приставки какой-то. Вот, давайте. Что такое? Радио не ловит? Ага, вот вентиляция. Отлично. Погнали. Давай, давай, Амонда. Амонда, Амонда, Амонда. Огни на струму так заманчиво горят. Упс. Кровь. Бэх. Ага. Сначала послушаем. Он ее записал, да, на кассетник. Офигеть. Больше, чем тебе. Это они должны нас защищать. Это их работа. Когда на станцию пробралась какая-то хрень. Ни одна собака не знает. Ну ладно, наборный замок. Никто ничего не знает. Двери закрыли. Спрятались. Мне страшно. Это кобздец, как это страшно, люди. Понятно. Давайте все подкрываем. Еще бы нет. Так, в общем, такими похожими инструментами блокируют машины колес. Что это у нас там? Клей. Он тоже клеем балуется, что ли? Вещество Б. Мы допрашиваемого Хайст. Я правильно сказал? Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть. Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Ну, озвучка этот актер, кстати, очень много озвучивал. И, кстати, вот аниме «Призрак в доспехах» он там озвучил мужского персонажа. Так, ну что, мы тут все прошарили-то, да. Так, ладно. Блин, что за звуки? Блин, издевайтесь. Лотерс Волпэй. Лотерс должен заплатить. Теперь понятно, почему здесь написано. Пошли вы нахер, маршалы. Там маршалы, короче, сидели. Ну, охрана, так скажем. Это все, блин, по-американски нахрен. Так, это мы пока открывать не будем. Давайте пробежим. Так, там резак им нужен, блин. Чего вам еще там нужно? Резак. Открывайся, тварь. Вот видите, она так неспешно бегает у нас. Корова. Что там у нас? А, вот так вот. Что-то зависло-то, давай. Веселуха. Так. Металл там скрипит. Ну, что такое? Понятно. А, вот. Да, мы сюда попали. Вау, взрыватель. Этанол. А, по поводу создания всяческих предметов, мы сначала чертеж должны найти, так же, как вот мы чертеж аптечки нашли. Что здесь? Сенсор.
И все, да? Это что за полутора, блин, промышленных масштабов? Какой-то станок непонятный. Ладно. Так, ну типа здесь больше ничего нету, да? А, о, что-то важное. Важно, это имеется в виду, так, дверь вот эта вот. Так, закрыта, закрыта. Давайте посмотрим. Да блин, отключайся, сволочь. Ну, управление так себе, могу сказать. Веселящая душа. Да, она, ну туда-то мы сейчас попасть не сможем, полюбасу. Там какой-то ионный резак нужен. И туда тоже. Чувак, ну, блин, бронебойное разбитие. Плазменный резак. Так, все понятно. Все, что здесь можно, мы вроде бы уже и собрали, да? Хорошо. Ждите. Эту дверь она точно не откроет у нас. Заблокировано напрочь. Хорошо. Так. Один кроссовок потерял. Или его утащили. Ну, хз, короче. Погнали отсюда. Так, сейчас мы должны попасть в другую часть, да? Сколько? Можно судить. Ну, пошли тогда. Катсцена, что ли? Руки вверх! Ладно, ладно. Все потные. Я Рипли. И откуда ты? Рипли. С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну, ха, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка. Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно! 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 Как? Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Ну что, по поводу motion capture могу сказать, неплохо они сделали. То есть, лица. На, давай открывайся, сучка. Давай, я не намерен тут долго торчать. А, само по себе анимация лиц. Плохо сделано. С актеров, небось, писали. Давай, открывайся, дверка. Блин, здесь тоже граффити. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Хитрозадый. Чтоб не рисковать. Так, это что у нас? Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Мы не хотим проблем. Мы тоже. Кто вы? Я Том, а это Джей. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь?
Ну, простите. И удачи вам. Угу. Зашибись, да? Человек-человек-волк. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежнее. Ну, как он сказал, Аксель здесь завился. Убийца. И люди друг дружке не доверяют. Так, ну, хоспиталь. Ну, сорите. Ну, хоп. Вообще никакой надежды, что ли. Да, тут народ с ума посходил, похоже. Причем плотно посходил. О, сохранялка. Упс. Это что? А, это контрольная точка. Ты не соврала. Ну, а смысл ей врать-то? Так. Погоди, сейчас лифт открою. Не, не надо. Так, сохраняемся. И это была первая часть видеопрохождения игры Alien Isolation. С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока.